Обезьяна цвинкает. О, слышите? Это не прыгает. Это атака уже идет. Смотри, а собака прибежала, защищает нас. Ну как нас? Она двор защищает. А ну? Вот цвер. Ну давайте я возьму камеру, сейчас постараюсь показать. Так. Мне кажется, первая прошла, знаешь. Вот первая здесь была. Мы только успели шорт снять. Их зовет шумок. Вон, я вижу они. Вот тут вот в нычке. Это что? Бе. Ты их проб... Вон она. Ну, вон уже морду уже видно. Смотри. Ну, ты что делаешь? Так она с нами это... Ты с нами играешься? Ничего себе играешь. Что заиграешься, я рогатку возьму. И вон еще одна вот там. Вон она одна еще, вон она смотрит, вон. Вон еще одна. Боже мой. Так, Бия, куда ты пошла, Бия? Собака удирает. Бия такая, ну нафиг. Там где-то кот спит, кстати, сейчас вам покажу. Черт знает что. Слушай, ну это какие-то другие. Кота мальчишки. Не видно, по-моему. Я ее вижу. Вон она серая. Не-не, вот если отсюда встать, вон она. Вон, сейчас она направо побежала, направо. Вон. Я думала, это котяра большую лезет. Так, что-то не ловится фокус обезьян. Ну, реально, здесь нас прыгают, атакуют, здесь вот катаются. А мы выбежали полежать хотели. Хрен полежишь здесь. Тут, якшо вот сегодня кухня не долбет, что обезьяны здесь. Ага, вот эти звуки. О, слышите? Звук такой. Трррр. Летит что-то. О, еще она где-то. Сидит. Ага, где-то там вот на этой. На крышу гэп, это так страшно. Но если Бия ушла, наверное. Наверное, реально страшно. Бия ушла. Бия просто ушла. О, слышишь, кто такой? В общем, снова мы в атаке обезьян. А что, тапки нас заберут? Ну, надо тапки, короче, забирать. А то вечером обезьяны по пляжу, да, в тапках наших. Вон она. Слушай, она рядом смотрит. Угу. Ты звук? Слушай, а ты... И вон выше. Сейчас она другая идет сейчас. Нет, то есть они так близко, а мне когда они перебегают, перепрыгивают. Скажи, копать, блин. Копать реально. Чтобы страшно. Она просто она когда-то скакала по крыше, я думала, она уже ко мне просто. Вот сейчас она на крыше. Да. Они такие быстрые. Они же дурные. Мы про обезьян уже много рассказывали, много видео показывали. А вот они здесь. Мы нас уже в кровати спрятали. Мы уже просто знаем, какие они странные животные. Показывали вам. Ну, кроме колобусов. Колобусы, да, адекватные, воспитанные обезьянки. Ну, вообще на человека не знаю, да. Хотелось бы их рогатку сейчас иметь. Ничего. При себе. Ну, каменчик еще есть, что есть, то так скажем. Угу. Или оденут купальник с моими джамерами, с твоим этим. Ой, смотри, как листик уже утром только начал, да, распускаться. Уже все вот это вот, вот этот лист фикуса, эта оболочка красная отходит. Угу. Ну, ладно, обезьяна, если что, мы выйдем. Вон она сидит. Да, я вижу. Она ушла. Бяка такая. Ну, я ее вижу, конечно. Камера тяжело снимать. Ну, что там? Они играются просто. Слушай, фикус-то ядовитый, в принципе, сок у него, да? А ну где-то тут поганка обошла всю территорию. Обезьяна. И вот в этой акации там наверху уже где-то сидит. Вот ты ж хитруля. А куда же ты хочешь прыгнуть? Сюда в окно? Так я не дам. О, зато паутина хорошо видна. Ух ты, какая паутина. Где паучок такой гарный? Во. Вот паучок. А ну еще можно приблизить. Слышите? Это все обезьяна там чудит. Но все равно он такой на солнце просвеченный. На самом деле он черно-красный, красивый. Ну, бебезьянка, где ты? Где-то там вверху прямо сидит. Ну, за животными надо следить. Ждать. Вон она. Пожалуйста. Что ты там, чешешься? Если попу чешется.
И что? Смотри, замер. Ага. Теперь мордочку почешь. Класс, сквозь паутину снимаю. Вот, все. Вот неспокойно. Это вот... А, еще прыгнет. Я тебя вижу. И ты меня, наверное, видишь. Хитрая какая. Где-то тут в райских кущах. Самое интересное, что глазами я тебя вижу. Ну вот ты сидишь, что-то уже жрешь. Вон она плоды, она вот эти стручки ест. Что-то я другое заинтересовала. Где ты? Что-то тут уже есть. Вот интересная такая. Так интересно, они общаются. А я думаю, что это под вечер какие-то звуки. Думаю, что ж это за птица такая диковинная. А вон одна еще ползет там. А тут она где-то по пальме шла. Вот. Подожди, это ж ты сидишь вот, а вверху другая сидит. О, какие у нее, ой, глаза красные. А вот еще одна. Ой, какие чудные. Опа, схватила. Прям в мире животных у вас под окном. А вот третья сидит. Как же тебя так словить? Ну, вот третья сидит. Только не очень тебя видно, да? Опа. Это самое хорошо видно. Общаться, общаться. Побежала уже одна наверх совсем. Из-за крыши я не смогу показать, она там на верхотуре. А это что? Где ты тут? Пузо твое только видно. А ну покажи личико, что ты там собой представляешь. Ну, вверх, 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 вот она. Ромашка, оказывается, эти, как они, стручки съедобные. О, обезьяна меня посмотрит. Опа, и все, и нету. А ну, это где ты, красотка? Сидит. Боже, ну реально у нее как красные глаза прямо. Чего это у тебя такие красные глаза? А ну давай тебя приблизим. Ух ты. И попу твою приблизили. Ну вот на этом где чудики живут. Так, что-то далековато, да? Вы смотрите, какая паутина такая красивая. Ну все, обезьянки, вы давайте не чудите только, ладно? Пожалуйста, к нам в дом, не... у нас нечего кушать, если что. Ой, а ты кто такой? Это ты же или это другая? Ой, какая ты масятка. Так, ну все, вы поняли, да? К нам не залазить, мы боимся. Все, давайте, пока. Облюбовали они это дерево. Не хотят уходить. Ну, какая ты интересная. Ты прямо оранжевая какая-то. Куда же ты ушла, моя мася? А, я тебя вижу сейчас, сейчас, сейчас. Где ж ты есть? Так, наведем. Вот.
Я тебя вижу. Это ты с красными глазами? А ну. Куда-то ушла опять. Там я вас, конечно. А ну. Вот вы. Вас тут двое. Кувыркаются. Это малюки, мабуть. Попрыгали. Малюки есть малюки. Так, а где ты там? Только тут ветки трясутся. Не видно обезьян. О, давайте посмотрим, как тут малюки прыгают друг за дружкой. Где вы? Красавчики, возвращайтесь. Бежали. Ага. Ты вот зато умудренный опытом сидишь и кушаешь. Куда ты спрятался? Выходи. Давай выходи оттуда. Ай, боже. Боже, какой ты красивый. О, вас двое там. Слушай, ну обалдеть. Вы совсем другие. Вы, наверное, тут это тоже загораете, поэтому у вас цвет такой красивый. Много солнца. Так, малючки, что вы там? Продолжаете играться? Ты ешь, интересно. Что ты конкретно ешь? Там семена чешу? Расскажи мне. Боже, какая ты красивая. Чухается, да? Попа чухается. И кушать хочется, и попа чухается. Опа. Ну, что вы там? Боже, что вы там делаете? Ой. Вот и грунт. Ты просто милый. Все, мой голодный, да? Все, мой голодный. Я люблю покушать. Ты прям мой друг, поэтому, да? Сколько у тебя было? Так, пальчиков 4-5. Что такое? Ты закашлялся? Ты еще тут это, грипп не распространена. Внеочередной. А вот там, смотрите, сидят. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот это чудо сидит. Там какие-то. Что же вы там едите? Цветы какие-то. Ой, боже. Игрушки. Реальные игрушки. О, малюк мой уже ушел, который ел. Ну давайте, развлекайтесь. А что вы там делаете, я не поняла. Так.
Камера упала. Панове, що ви там робите? Ой Боже, дай йому поїсти. А ви тут що слева робите? Ой. Боже, бо ми дурні, от точно. Тот висит, чем-то занимается. Другой на него прыгает сверху. Эти сидят, смотрят. Ой, все чухаются. Вообще висит нудновато. Ну и втроем уже слева. Опа, прилетел еще один. Сколько тут? Пять пока? Пятеро вас? Мне кажется, вас больше было. Ага, слышите, что люди размовляют, да? Такие, что же вы там размовляете? Вот цікаво. Зовсім гатінші обезьянки. Те все серые были, а эти прямо такой с оранжевой спинки. Масятки. Шо ты ему на голову залез? Дай жить спокойно, не? Смешнючи. Да. Но в хату вас не можно запрошувати. Ой, вы натворите делов. Все, куда-то уже в другое поскакали. Не, еще. Не успокаивайтесь, да? Подутихли пока. Что это вы наблюдаете? Ну давайте с ними поговорим. О, смотри, смотри. Что-то насторожились. О, куда это вы? Все? А что ты верхом поехал? Ты еще маленький, что ли, для такого? Для перемещения больших. Все, уходят куда-то. Ты посмотри. Бач, может его там, это мужчина внизу. Работники спугнули, чи шо, они как-то так хопа собрались. Все. Поїли и пішли. Погулялися, все. А слышите, работники разговаривают. Отель. Все. До побачення, обезьянки. Ой, зато вот какой, боже, какая красивая паутина. И вот этот паучок, но все-таки, конечно, солнце его не дает показать во всей его красоте. Он просто необыкновенный. По крайней мере, я таких никогда не видела. Это такое непрозрачное, реально такое впечатление, что он такой твердый паук. Само тело его. Посмотрите, какая шикарная паутина. Просто отпечаток пальцев.